Сегодня президент Республики Узбекистан Ислам Каримов принял премьер-министра Республики Корея Хван Гё Ана. Репортаж из резиденции Ахсарай. Узбекистан, Южная Корея. Пусть и емким, но все-таки одним понятием сотрудничества не отразить всю суть этого диалога. Абсолютное доверие, искреннее уважение, схожесть духовных качеств. Вот ключи наших отношений, собственно, гораздо превосходящих формат взаимного интереса. А настоящий визит – логическое продолжение продуктивного диалога на высшем уровне, что поможет дальнейшему расширению двустороннего торгово-экономического, инвестиционного, технологического, финансового, культурно-гуманитарного сотрудничества. Так было отмечено в ходе нынешней встречи. Самое большое, что является для нас очень важным, мы убеждены в том, что у нас нет равных партнеров стратегического порядка. Есть Южная Корея, есть Республика Корея, с которой Узбекистан готов решать все проблемы и, самое главное, приносить общую пользу, приносить, решать все вопросы в взаимовыгодном плане. Сегодня Южная Корея – ключевой инвестиционный и технологический партнер Узбекистана. Объем ее прямых инвестиций в экономику нашей страны превысил 7 миллиардов долларов. Между тем действует 449 предприятий с участием корейских инвестиций. Аккредитованы представительства 79 компаний. Визит южнокорейского премьера знаменателен и тем, что приурочен к такому важнейшему событию, как завершение строительства и начало деятельности Устюртского газохимического комплекса на базе месторождения Сургель. Проект стоимостью 4 миллиарда долларов – настоящий символ узбекско-корейского инвестиционного сотрудничества. Южная Корея – один из основных торговых партнеров Узбекистана. По итогам 2015 года товарооборот превысил 1,7 миллиарда долларов США. Характерно, что наша республика также ключевой торговый партнер корейской страны среди государств Центральной Азии. На долю Узбекистана приходится свыше половины товарооборота Кореи с государствами региона. Неоднократно в ходе беседы прозвучало определение «феномен». Именно в этом свете видят практику двустороннего диалога, которому трудно найти аналог в непростом и противоречивом современном мире. Мы в Узбекистане, благодаря помощи, которую мы получаем от вас, от Республики Корея, мы, по сути дела, решаем острейшие вопросы становления демократического Узбекистана. Не только модернизация экономики, не только обновление экономики и страны в целом, но и реформирование политической системы. Наши отношения должны строиться и на вопросах реформирования, демократизации, взаимной помощи, контактировать, работать, брать пример. И еще ваше пребывание в Ташкенте, в Узбекистане, еще останется в памяти, когда вы сегодня заложили камень для строительства, по строительству Корейского дома культуры и искусства. Я считаю, что это редкое событие, и это событие тоже будет останется след в истории. В ходе встречи подробно обменялись мнениями по вопросам совместной подготовки и реализации перспективных инвестиционных проектов в нефтегазовом секторе, в сферах металлургии, развития транспортной инфраструктуры, информационно-коммуникационных технологий. Стороны рассмотрели возможности организации новых производств в химической, пищевой, фармацевтической, машиностроительной промышленности и других отраслях, широкого участия корейских инвесторов в процессах приватизации государственных предприятий и активов в Узбекистане. Хван Гё Ан выразил слова искренней благодарности за теплый прием и отметил, что Республика Корея выступает за дальнейшее расширение и укрепление взаимовыгодного и полномасштабного торгово-экономического, инвестиционного, технологического, финансового сотрудничества с Узбекистаном. Программа визита делегации Республики Корея в нашу страну включила в себя целый ряд встреч, переговоров. Всего того, что направлено на расширение взаимовыгодного партнерства. Гость посетил достопримечательности столицы.
Состояние и дальнейшие перспективы расширения экономического взаимодействия стали главной темой переговоров правительственных делегаций двух стран. Приветствуя почетного гостя, отмечалось, Узбекистан высоко ценит двусторонние договоренности, достигнутые в ходе государственных визитов президента Пак Кын Хэ в Узбекистан в 2014 и президента Ислама Каримова в Республику Корея в 2015 году. Подписанные соглашения придали новый мощный импульс развитию долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Прозвучало, сегодня Республика Корея – ключевой инвестиционный и технологический партнер. Премьер-министр Республики Корея Хван Гё Ан в своем выступлении отметил, что Узбекистан, являясь сердцем Великого Шелкового Пути, имеет особую культурную и историческую связь со страной утренней свежести. За это время взаимный товарооборот увеличился в более чем 500 раз. В настоящее время Узбекистан – крупнейший торговый партнер Республики Корея в Центрально-Азиатском регионе. Совместные проекты отличаются высоким технологическим уровнем. Их реализация направлена прежде всего на повышение уровня модернизации, соответственно, конкурентоспособности узбекской экономики. Как подчеркивалось, в рамках межправительственных переговоров такое двустороннее взаимодействие нацелено на долгосрочную перспективу. Сегодня же высокий гость возложил цветы к монументу независимости и гуманизма на главной площади страны, тем самым выразив глубокое уважение и почтение узбекскому народу. Хван Гё Ану рассказали об идее комплекса, созданного по инициативе главы государства, являющегося символом свободы, счастливого будущего и благородных устремлений. Ознакомились с проводимой под руководством президента масштабной созидательной работой по строительству и благоустройству. Благородные общие цели – это основа крепкой дружбы. Смысл этой древней корейской пословицы актуален и по сей день. Новую главу многолетней истории партнерства и сотрудничества между двумя странами открыл и этот адрес, который посетил высокий гость. Церемония начала строительства Дома корейской культуры и искусства. Сегодня в торжественной и дружественной атмосфере был заложен первый камень важного проекта, целью которого является сохранение самобытности, богатых культурных традиций и обычаев представителей корейской национальности, живущих в Узбекистане. Инициатива о создании этого учреждения была выдвинута президентом Исламом Каримовым в 2014 году. Его открытие, как выражение особого внимания и заботы глав двух государств о корейской диаспоре, проживающей на узбекской земле. Как яркое духовное олицетворение укрепления стратегического партнерства между нашими странами. Строительство планируется закончить в 2017 году. Здесь будут созданы концертные и выставочные залы, гостиница и другая инфраструктура. Я надеюсь, что он станет площадкой для дружественного обмена, где люди смогут наслаждаться красотой и очарованием Республики Корея посредством организации различных курсов, выставок. Мы высоко ценим дух межнационального согласия в Узбекистане и с благодарностью признаем теплую заботу о корейской диаспоре. Две страны, звучало в эти минуты, будут дружить и впредь, оставаясь неизменными партнерами, идущими вперед рука об руку во имя совместных успехов и достижений. Также представительная делегация во главе с премьер-министром Республики Корея сегодня же посетила Государственный музей истории тимуридов, где каждый экспонат, каждое произведение искусства вызвало большой интерес у зарубежных гостей.